И всем привет, с вами Wage2Sin. Сегодня мы продолжаем играть в APB Reloaded. Я только что спер машину у какого-то мужика с огненным окрасом волос, он вдруг внезапно упал замертво. Все бывает. Поехали дальше. Давайте зайдем в группу и посмотрим. А они у нас на задании. Соответственно, ливнем из группы. Едем дальше. Так, ну, сразу скажу, чтоб вас не томить. А нет, мне вас томить даже не придется. Игра уже подобрала на миссию. Есть подозрение, что это наши друзья, с которыми мы играли буквально только что. Ну, точнее, в предыдущей серии. Но тем не менее. Задний привод. Как же этот задний привод бы сделать, чтобы он застрял? Наверное, надо как-нибудь ее накренить. Капец. Чуть не нечто. Тачка похожа на Lexus 300. По-моему. Ой. Chrysler, точнее, 300. Немножко. Да и по мощности, по-моему, примерно такая же. Тоже задний привод, тоже легкий зад, тоже носит на всех поворотах. Полное сходство. Прыжок веры. Может тут? Нет, я передумал в самом конце. Да, блин, тут я передумать не успел. Но мне помогли. Спасибо физике игры. Кто-то слушает рэпчик. Так, мы опять, видимо, не ждем наших врагов. Ладно, что, не ждем, так не ждем. Особого выбора нету. Не перестрелять же их всех. Раньше можно было вот таким вот образом быстренько набить себе золото. То есть заходишь в какое-нибудь самое позднее время, когда меньше всего игроков на серверах. Выполняешь миссии один. Естественно, выполняешь их без проблем. И получаешь, типа, выигрыш, 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 выигрыш. Вот тебе золото на. Толку, правда, от этого много нет, потому что денег ни хрена нет. Но зато золото. Угу. Что-то тут обратил внимание на туториал. Написано, что во время прицеливания нажмите Q и E. Это для того, чтобы персонаж как бы из угла мог стрелять. То есть вот так вот. Или вот так вот. Ну, давайте отойдем подальше. В принципе, он во время прицеливания всегда так бегает. В общем, чуть-чуть нагнувшись. Возьмем вот эту вот тачку. Самая классная тачка в игре. Хочу ли я соединиться? Объединиться с теми? Ну, хрен с ним, давайте. Я уже тут невзначай вкачал 7 уровень. О, у меня есть 4 письма. Может быть, там есть халява? Что-то я уже даже не знаю, что мне взять в итоге. Если будут давать на выбор. Выбор, по идее, был МТЭК, пулемет и еще что-то. Нет. Это не то. Так. Да-да-да. Болтовня сплошная. Только и делаешь, что болтает, не чтобы убивать всех. Так. Отлично. Как вас много. Не кикнут? Нет, меня не кикнут. А я чё, это... А, это только один из шести. Прошу прощения. Так.
Ну что, стартуем медленно, наверное. Машина стартует жутко медленно, но если эта дура разгонится, ее уже ничего не остановит. Она просто все будет мять под собой. Надеюсь, наши союзники не подумают, что я решил вообще не ехать на миссию и кикнуть меня. Это все-таки он не очень быстро едет. Можно включить желтые проблесковые маячки. Красота. Ух ты. Вот сзади они красивее мигают, чем сверху. Вот сразу испробуем. Если вообще догоним, конечно. Нашу вражину. И этого мы не догоним. И того мы не догоним. Мы никого не догоним. Кто неудачник? Я неудачник. Кто выбрал грузовик? Я выбрал грузовик. Притормози, мужик. К херам всех. И ваши тачки тоже. И я вообще поехал отсюда. Мобильное укрытие хорошее. Тут, правда, о мобильности речи не идет. Только как о укрытии. Да все плохо. Что нам надо? Шо? Надо что-то явно ненужное. Иди отсюда. Обыскать. Как там? Нарубить и замесить. Обыскать. Не задавить своего бы. А чё, никто обыскивать не хочет, да? Или я буду самый большой дурак, что я вообще начну это делать? Нет, ты не пройдешь. Оу. Угу, отлично. И теперь самое интересное. В этой машине 4 двери. Я подошел к с левой стороны. Я уже даже забыл, с какой я был. У средней двери. Блин, у задней двери, наверное, будет так правильно. И что получается? Получается, что если я сейчас подойду к другой двери, то он начнет взламывать все это заново. Если я подойду к двери, которую я уже взламывал, то он начнет взламывать уже, можно сказать, с конца. Ой, мой грузовик отбуксировали. Я не хочу стрелять в своего. Да что ж за беда-то, бежать надо. У меня был очень сложный выбор, я не смог сделать его. Поднять наркотики. Да, зачем? Что у нас? Мент нюхач, что ли? О, отлично. Звезданутый один. Как раз палец будет. Угу. Вообще палец. Ну, наверное, просто. Жестче не... Все, мне кобза. Угу. Да. А чё их так много? А, да, и у нас 3 золотых, и у них 4 золотых. В принципе, адекватно. Чё-то подозрительно. Выжидаешь. Тоже что ли повыжидать? 2 патрона успел у него всадить. А если бы не боялся убить своего, всадил бы 3. Надо ломать, надо ломать. Нет, а я не тут ломал, я тебе стопудово говорю, я заднюю ломал. Вот это вот, вот видишь, да? Видишь, какой крутой, я запомнил. Сюда. Поехали. Ты кто такой? Давайте их задание.
Да мы успели. Просто от бога. Да что ж за фигня? Они просто издеваются над нами. Они рашат, а мы вообще ничего сделать не можем. Моя супер пушка, купленная за несколько тысяч баксов. Она вообще себя не окупает. Надо было на стоковом оставаться. Подкопить еще и купить еще больше говно какое-нибудь, которое еще больше себя не окупит. А все почему? А потому что в моих руках. Спасибо, игра. Очень приятный и своевременный лаг был. Классная горка. Не донес. Надеюсь. О, чертяга, сдохни нахрен. Господи, я еще убил кого-то. первый фраг в этом дурдоме. Сумку тащить. Как бы ее туда поднять, тащить. Да я не хочу умирать. На тебе граната. На тебе еще граната. Почему ты не умираешь? Уйди от меня. Ай, я не могу. Я боюсь сталкиваться с людьми с дробовиком на коротких дистанциях. Они меня сразу же в шок ввергают. И заставляют убегать, сверкая пятками. Блин, так, если подняться сюда, потом перебежать на тот мост, то мы потеряем, наверное, ровно 2 минуты из того времени, что у нас есть. Окей. Ага, да, ну, конечно, вариант-то хороший, только я не снайпер. Соответственно... Да! Именно. Все нормально. Ура, ура, у нас есть спаун поближе. Так. Мне надо купить этот автомат, чертов. Нет, мне не надо купить этот автомат, надо бежать. Какие мы сильные. Мы команда. Да. Вообще, да. Команда. Ну где же ручки? Где же ваши ручки? Вот 2 пары ножек. И 33 руки. Квартира маньяк, блин. Побежали, прикрывай меня. Прикрывай. Эй, блин, ты не прикрываешь. Ты делаешь плохо. Мочи. Мочи эту козу. Где мой сумка? Нет. Я слишком непосильную задачу взвалил на свои плечи. Отлично. Вот памятник, вот реально памятник тому, кто сделал спаун поближе. Это просто невозможно. метров, это фигня. По сравнению с теми 100 с лишним метров, которые у нас были до этого. Сдохни! Мать, перемать. Как вас много-то. Я убил своего. Ё-моё. Вы еще скажите, что я убил того, кто доставлял это все. Черт побери. Полетели. Не полетели.
Блин. Я просто всех подставил под самый конец. Это печально. Так, опять какая-то болтовня. Поехали дальше. Стыда бище. Убить своего под самый конец игры. Ужас. А он мог дотащить сумку, между прочим. Он мог жить. Опять мне кажется, или я вообще за этот день не набрал даже себе четвертый уровень-то. Не то что пятый. Игра становится хардовей. Самое интересное. Вот такой уровень сложности менять нельзя. Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. Так, ну. Хорошо, все серебряные. Это мой шанс просто. Играть от бога, показать здесь, кто играет хуже всех. Умереть больше всех. Мне уже не нравится, что они без проблем завалили золотого. What? То есть сейчас вот это вот радостное скопище выбежит с криками: новая точка. Да ну вас всех к хренам. Давай беги сюда, я видел тебя. Фу, блин, да ну тебе нафиг. Он еще оббегать решил, похоже. Ай да я. Все. Я опять начал стрелять. Ой, господи. Че, я на радар не смотрю, что ли? Нет, не смотрю. Совершенно случайно заметил тебя сзади. На старт. Внимание. Марш! Черт. Не побежал. Потрошки. Не наши? Потрошки. А где все? Алло? Есть тут кто? Нет никого. Я знаю, что ты тут скрывался когда-то. Как ты меня обошел? А, ты не обходил? Мне кто-то помогает, да? Да? Да, блин. Он меня ведь убить может так. Да что ж такое-то. Сдохни! Сдохни! Ой, блин. Нет, мне вообще нельзя автомат в руки давать. Я ж половину города перестреляю. Понятно. Делаем вид, что мы не видели, что он на машине. Сейчас такой типа, опа, я всех сделал, я всех объехал. А мы такие, опа, ни хрена. Главное, что в жопу никто не подбежал. Угу. Да ладно, не гони. А, окей. Надо помогать. Вообще не помог ни разу, не. А нафига они двоих выгнали? А ты думал, какого хрена все так просто? У нас вообще два человека. Два калеки, блин. Понятно, блин, против золотых играть. Ну и не про себя, естественно. Ну, нахер надо машину отогнать. Помнут еще взрывной волной.
Так, что у нас на циферку 5? У нас есть переносной ящик с инструментами. Ой, патронами. Зарядимся. Получим, блин, какую-то опять очередную не ачивку, а как это называют. Ну, короче. Короче. Что-то получили. Не по щам, и то хорошо. И вот он едет. Первая рыбка моя, первая рыбка моя. Чертяга еще и выжила. Нет, не выжила. И чё их? Их трое. Три серебра. Блин, я представляю, как матерится тот серебряный, которого они вызвали. Потому что остался 40 секунд. У него ранг-то немалый, насколько я вижу. 147. Сейчас ему так халявный проигрыш, можно так сказать. Вот ты где? Ай, косой. My name is косой. Ой. Как нехорошо получилось. Мы выиграли. Вин-вин-вин. Всего 666 баксов. По-моему, не стоило играть. Да. Сигналил, что такое? Еще дали какую-то хрень. Я уже 9-й уровень поднял. Так, сейчас, секундочку. Секундочку, надо найти. Конечно, бэкап давайте. Тиркоза, отлично. Пойдет. Затащит по-любому. Их четверо. И нас будет четверо. Всегда же веселее, когда народу больше. Ой, нога чешется. Он вообще доехал, да? Здравствуйте! Никого нет. Здрасте. Да, давайте включим сирену, чтобы уж совсем все понимали, что мы приехали. Да. Спавн. Интуркар. Чертяга. Ой, что я делаю? Черт. Я не знал, что у нас сбились точки на новые. Это, кстати, стандартная музыка, насколько я знаю, по убийству. Да, черт, как по мозгу-то бьет. Я видел, что их пятеро, но почему, когда я умер, меня еще раз предупредило, что их пятеро. А нас, иди твою мать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь нас. Разборочка будет весьма кровавая. Нас нахрен 8 человек. Ай, твою. Да, да он вообще не выживет, по-моему. Учитывая, сколько людей здесь уже засели. Восемь нахрен человек, 100 лет уже не было. Еще бэкап, да без бэ вообще.
Их же 9 теперь, то есть нам надо сейчас поискать кого-нибудь. Вот это адовое количество просто людей. Да ё-моё, тут сплошные враги. Блин, легче сказать. Ну, тут вообще ничего не скажешь. Тут везде враги. Просто мясо везде. Давай ищи быстрее. Я хочу, не знаю, 10 человек. Чтоб просто херова туча народу была. Поехали, что ли? Не знаю, куда ты меня привезешь. Так, по-моему, у нас одного нашло, нет? Да, поехали отсюда. Ты правильно поступаешь. 2, 3, 4, 5. Я не могу посчитать, короче, сколько. Чё, это твоя тачка? Ну садись давай. А, окей. Хорошо. Так это твоя тачка, нет? Твою налево, нахер ты сюда приехал тогда? 3, 4, 5, 6, 7, 8, все еще 8. Долго. Долго ищем, давай обновим поиск. 9-й нашелся таки. Ой, это будет жесть просто. Даже дыхнуть-то негде. По-моему, даже враги не знают, кого первого убивать. Иди нахрен. Тебе еще не хватало. 9 на 9. Вот это да. Вот это красота. Это мясо просто. Да чё за херня происходит? Вот так и живем. Я даже не знаю, как написать, блин. Ну, я ему в личку, короче, написал. Извинения. Я совершенно не хотел его убивать. А что у нас здесь, а? Здесь у нас что-то непонятное. Так, что тут? Враг, что ли? Да что за беда? Сейчас такая шальная пулеметная очередь всех четырех закосит. Вот бы печально. По-моему, я вообще хуже всех, а нет? Ой, ё-моё. Только не говори, что у кого-то еще и гранатомет здесь. Вообще печально. Да! Не убить своего нахрен! Почему я убиваю своих? Я не хотел убивать своего. Я хотел убить врага хоть одного. Где? Сейчас меня положат, да? Да? Мой чемодан. Всем нахер. Нет, только не сбоку, только не сзади, откуда? Красота. Отлично. Вообще не понять, кто кого, откуда и когда. Отсюда? Я не хочу стартовать отсюда. Это ж мать вашу 200 метров. Да, она бессмертная, походу.
А вот я смертный. Чё-то как-то печально. Это еще что за новости? Да блин. И не говори. Есть у меня подозрение, что надо вообще валить. Тут, блин, по чату посмотришь, сплошные наши смерти. Да, мы поняли, что один парень сзади, но толку-то? У нас уже было 5, 3, 2, 1, 0. Ну что скажешь тут? Зато у нас было 9. Так, ладно. Попробуем сейчас сыграть, может быть, еще одну миссию, если она быстренько найдется. Не найдется, ну тогда и черт с ним. Конечно, давайте примем всех, но давайте вообще в девятером бегать. Что-то я, по-моему, садомазо занимаюсь. Ладно, пойдемте тогда добежим до ближайшего почтового ящика. Посмотрим, что нам не спаслали. Нам еще и какой-то новый титул дали, который я могу использовать. Итак, у нас какие-то две посылки. Ну что, недельная. Мэй. И. Вот. Нам на выбор даются оружие. Я вот не знаю, но я хочу, наверное. Наверное, давайте возьмем Абир. Дробовик я не хочу, Асу я не хочу. НТК нету. Как вы можете заметить. Хелл дэмэдж вообще какой-то низкий. Тут зато охренительно. Тут тоже, в принципе, вышатывает почти с одного патрона. Но патрона нужно два, поэтому я возьму лучше вот это вот. Пойдем. Дойдем до этого холодильника. Нажмем на И. Заченджим на Абир. Твою мать, он 9-дневный. Ну, хрен с ним, зато халява. Так. И попробуем сыграть одну миссию с ним. Если, конечно, нам дадут ее. Так, что у нас появилось? Ага, миссия есть. Да, мне ехать надо очень далеко. Просто неимоверно. Я один раз играл с ружьишком под названием Абир. Всего один раз. Не убивайте меня, пожалуйста. А второй? А вот и второй. Да? Почему я вижу его тень, но не вижу его? Черт. Эта пушка стреляет по 3 патрона. Короче, на близкие расстояния она вообще не алё. Вообще никак. Где же пальцы? Нет, ну где же руки? А в жопе они руки. Самое обидное отхватывать от стокового автомата в итоге. Покупаешь, покупаешь и отхватил.
Если, конечно, на бир поставить, не знаю, там, чтобы он... Блин, вообще лучше бы он по одному патрону стрелял. Это было бы намного удобней. Значит, если я подхожу с места водителя, он показывает значок и говорит, иди нахрен. Если я посажусь с места пассажира, он просто выталкивает, типа, это мое место, я здесь сидел. Ай, так, ладно, надо привыкнуть. Бандита, гангстерита и плеванта на закону. Так, куда надо? Хераси. Я на своей тачке тогда поеду, или чья-то тачка? Это моя тачка. Еще с мигалочкой. Кота фотки главное не помять. Блин, она еще и мятая. Вот ведь невезуха. А кому какое дело? Не говорит, что меня свой убил. Просто красава, вообще слов нет. Он мне нравится. Так и хочется ему в задницу садить несколько патронов. Куда он бегает? Ай, черт побери. Ну и у меня же снайперка. Она должна рулить. Почему МТК в итоге выхватывает лучше? Да нормально, все, забей, господи. Убил и убил. Ой, ё. Не мне, беда-то. Тебе в итоге денег лишат. Награды лишней. Они там идут в курсе, да? Надеюсь. Надеюсь, в курсе. Угу. Идут, вообще идут. Вообще, отступай. Отступай, я поможу, наверное. Конечно, я лучше перезаряжаться. Нахер. Что? А, то есть это не золотую ему. Я не знаю. Что мне делать? Если бы я умел с ней играть, я бы, может быть, и что-нибудь бы придумал бы. Наверное, бы. Но так как я ни хера не умею, то меня вполне комфортно мочит с Антека. А чё так далеко? Собственно, ладно, далеко и далеко. Как там? Хотелось бы, как говорится, уточнить. Это трос или канат? Простите, быстро. А вы точно ученый? Нет, ну гипотетически я, конечно, догадываюсь, но хотелось бы уточнить. Что я делаю вообще? Куда я бегу? Я сейчас был похож на одноногого инвалида, если честно. У которого от приседи начинает болеть нога, он вскакивает и вместе с криками случайно нажимает на курок и стреляет. Так. Ну, собственно, ничего хорошего. Вообще ничего. Все плохо.
Зато без прицела один патрон из трех попал в голову. Надеюсь, это была голова. Где мясо? Я хотеть участвовать в мясе. Угу, окей, поучаствовал. У меня сейчас вот этот вот Абир. Обир. Айр. Короче, хер с ним, сами поняли. Он вроде как на более-менее дальней дистанции, но до снайперки он не дотягивает. То есть мне сейчас, по идее, нужна какая-то пушка, которая будет стрелять очень близко. Иначе беда. Полная беда. Шам-шам-шам-шам. Так. Бежит. Отлично. Ничего у нас не получается. У меня точнее. Да иди ты сюда, надоел уже. Вообще. Спасибо. Спасибо, мужик. Ты меня на самом деле спас. Спасибо, что кикнул меня. Это было просто ужасно. Ну что ж, я думаю, на этом и закончим. На нашем огромном фейле. Ладно, что есть, то есть. С вами был Age of Sims. Всем спасибо за просмотр и всем пока.